Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Женя, сейчас пинг на всех серверах повышенный. У меня там, где пинг должен быть 12, у меня он 50 с лишним. Чувак. Два даже, походу. Сейчас мы звук заглушим. Ёпта, чуть себя не заглушил. А это кто там гранаты кидает? Кажется, взорвало. Тут еще у богатых. Последняя хае. Нет, мне не показалось, там МК есть реально. Сервер, что ты делаешь? Ну вот я сейчас должен был его убивать, если бы сервер не залагал. Сучка. Сучка на дешевом патроне. Бля, их тут двое. Сдох? Вроде бы должен быть сдохлый. Бот? Котик, а ты тут чеваков не видел двух? А, так они мертвые его полол. А чё вы умерли-то? Подожди, нет. Еще один должен же быть жив. Я вот тут двоих видел последний раз. Я где-то вот тут поспрейл по одному.
И он ушел. Он живой где-то. Плюс там у меня в доме еще, помните, один ходил? Перепрыгни ты, господи. Чевок. Два чевок. Заходи, друг. Готово. Тяжелые, тяжелые. Сука, ёбнули нахуй! Боты, вы что делаете? Тут нафиг бьют! Сколько у вас тут огородников, блин? Ладно. Сука ты, блядь, не упырь, блядь, гнида, блядь. Хуйло, вот хуйло! Конец тебе! А, да? Походу, кажется, пора сбрасывать вектор. Вся карта тут сдохла. Еще и одному, как минимум, удалось от меня скрыться. Не, ну в этом рейде должны найти ледокс, я не знаю. Если мы не находим ледокс, плохой рейд. Для ролика мы должны найти ледокс обязательно. И потом умереть голова шею от челобота. Обязательно тоже. Да не, вы какие 16 на 10, вы чё? 16 на 9 обычные.
Я никогда не ставлю вот эти вот растянутости. Смотреть же неприятно на такое. Зачем оно надо? Так, 800 тысяч. Это, конечно, неплохо, но нам надо бы Ледекс все-таки. Как раз вот разработчики сделали нововведение, чтобы можно было одинаковых предметов выносить в рейде 10 штук. Как раз чистое совпадение, читеры начали дюпать Ледекса и выносить их по 10 штук. Мы вот с чатом и думали, какой нормальный обычный игрок в Тарков в одном рейде найдет 10 одинаковых предметов. 10 воронов, 10 котов, 10 биткоинов, 10 ледексов. Какой нормальный игрок сможет найти 10 предметов? Зачем разрабы сделали 10 ограничения? И сразу же читеры начали по 10 ледексов слабо вытаскивать. Чистое совпадение. О, выпустило наконец-то. Я же думал, сейчас перезаходить придется. Так, 5 ЧВК и 22 бота. Фу. Жесть. 5000 урона по мясу, 3800 урона по броне. На марафоне со всех карт соберут. Интересно, хоть кто-нибудь, выполняя марафон, бегал вообще, лутался? Как будто бы, мне кажется, все просто шли к выходу, ждали эти 7 секунд и побыстрее на следующую локацию, пока тебя не выкинул сервер, и тебе не пришлось начинать марафон заново. Надо подучиться у какого-нибудь геймера. Ну вот, например, 245 торговый рейтинг, ничего себе. КД-1 причем. Ачивоки вообще никакие чел не делал. Просто даже он даже чевоков не убивал. Он просто бегает и очень хорошо находит ледексы. Прямо очень хорошо находит ледексы. Ну, просто старается человек. Тоже поймите, как бы, ну. Вот тоже. 200 часов в игре. Не убивает ЧВК. 3 КД. Продает 7 ледексов. Мне просто чат вот, ну, знаете, я просто не стараюсь. Не стараюсь. О. Пацаны, да он там совсем ёбу дал. Я сюда на SJ-ке прибежал. Понятно. Гайдов насмотрелся, блядь. 53 уровень. Ёб твою мать, ты так играешь? Геймплей 53 уровня подъехал, чат. Жесткий, профессиональный. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.